Старт году добровольца дан в Ненецком округе. В честь этого события на городской площади Марасей прошел митинг-концерт с участием жителей и гостей окружной столицы. Главными виновниками праздника стали люди с большим сердцем – волонтеры. Среди тех, кто принимает активное участие в волонтерской деятельности – окружные скауты. Ребята сотрудничают с региональным отделением Красного Креста. Во время гуляния они совместно организовали сбор вещей и одежды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы раздаем гуманитарную помощь. Также мы летом организовывали активные игры в лесу. Еще мы помогаем особенным детям, то есть мы проводим с ними какие-то игры. Сейчас мы раздаем листовки о деятельности Красного Креста. Мы и помогаем тем детям, которые остались без какого-то родителя. И с ними интересно, с этими детьми. Они фантазеры, играют так хорошо. И хотим, чтобы эти дети смогли развиваться в жизни. Помогаем им. Несут добро людям и учащиеся школы поселка Искателей, участники волонтерского движения «Рука помощи». У нас несколько направлений. Мы практически во всем направлениям занимаемся. Мы помогаем Пустозерскому дому престарелых. Проводим все различные акции, принимаем очень активное участие в окружных акциях, во всероссийских. Вот. У нас традиционно в школе проходит перед новогодними праздниками «Милосердие, помоги четвероногому другу», приют для животных, ребята, вся школа, учителя, все помогаем и готовим гостинцы новогодние. Ну, если просят нас о помощи, мы никому не отказываемся. По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа, сегодня в регионе зарегистрировано 19 волонтерских организаций. Это порядка 500 добровольцев. 2018 год, объявленный в России годом добровольчества, должен стать годом развития для этого социально значимого движения. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».